Всем привет, с вами Андрей Сонар. Субботнее утро, производство вовсю работает. И сейчас к нам придут дети, которые участвовали в конкурсе рисунков. И мы проведем детям экскурсию и будем их награждать. Добро пожаловать на завод Time Trial. Здесь делаются лодки, а на самом деле все, что можно надуть. Вот все, что можно надуть из тканей, это все мы делаем. Сейчас мы находимся как раз на зоне, где весь процесс заканчивается. Вот это называется зона ОТК. В этой зоне лодки проверяются, потому что любое сложное изделие, которое создается на заводе, оно должно быть тщательным образом проверено. С помощью специальных инструментов наши работники ОТК тщательно проверяют лодку, прежде чем она отправится клиенту. Это автоматический раскроечный комплекс. Вон в той передвигающейся машине, которая сверху стоит, установлен целый комплект ножей. И этими ножами, управляемыми с помощью компьютера, этот комплекс режет ткань. Вот если подойти, смотрите, дайте мне сюда пройти. Так. Вот если встать вот с этой стороны, то видно как раз, как вот эта вот головка с ножом, она режет. Вот здесь этап уже финальной сборки рафта. Кажется, все просто, кисточка, клей, но там происходит очень много сложных процессов. Во-первых, клей должен быть специальный. Во-вторых, каждое движение клейщика, оно отточено. Каждая секунда учтена, чтобы соединение клеевое было максимально надежное и служило не то что годами, а десятилетиями. Наши рафты еще выпущенные в начале века до сих пор ходят. Они все такие пошарпанные, потрепанные, но целые. Вот здесь самый начальный этап сборки байдарки. Баллоны уже готовы, баллоны делаются отдельно. А теперь вот из этих баллонов будет сделана байдарка, как вон та стоит. Моторные лодки имеют транец для того, чтобы можно было установить лодочный мотор. Мы идем так интересно, что получается от полностью собранной лодки до несобранной. Вот это те самые баллоны, которые были вот там вот желтые такие бананы стояли, из которых получается вон та желто-серая байдарка. То есть получается вот эта пачечка приходит после нарезки? Вот изначально, да? Нет, после нарезки. Да. Она приходит сюда, вот в виде вот таких вот лоскутиков. Это лучше не трогать, там может быть намазано. Эти лоскутики нарезанные превращаются уже, так идем сюда, уже превращаются вот в такие собранные, склеенные изделия. А вот, например, тут процесс, как это все склеивается. После этого идет оклейщиком, а дальше уже из готовых баллонов собирается лодка. Здесь находится производство фурнитуры. То есть всех вот этих вот элементов, которые устанавливаются на лодке, это всякие ручки, колечки, держатели. Они необходимы, без них лодка полноценно функционировать не может. Делается всех цветов, из разных материалов и используется на самых-самых разных лодках. Вот этот материал называется эрдек. И из него получаются надувные плоские изделия. То есть вот, например, дорожки, вот эти вот маты, надувные днища для лодок. Именно из-за того, что... Можно потрогать, да? Конечно. Ох, что внутри эрдека тысячи-тысячи вот этих нитей, то все, что надувается, получается плоское и ровное, как доска. По как бы физическим законам, все, что надувается, оно превращается в шар. Ну или в цилиндр, если брать обычную ткань. А чтобы получить не цилиндр, не шар, а плоскость, для этого используется вот этот материал, в котором
каждые полсантиметра идет ниточка нужной длины. Ну, собственно, вот изделие, которое получается из этого материала. Их отличительное свойство в том, что они имеют вот одинаковую выдержанную толщину. Как раз с помощью этих ниток. Если вот так вот присмотреться, то каждая ниточка, вот она видна. Так, проходим дальше. Вот тут как раз происходит процесс сварки. Это сварочный станок. Он устроен так. Самая его интересная часть — это вон та сварочная головка. Она подает очень-очень горячий воздух. И этот горячий воздух, когда он попадает между двумя свариваемыми деталями, он их сваривает. Можно посмотреть, из чего делаются лодки. Вот так вот краешек взять, пощупать. Да, мы взяли, вокруг прошли. О, сейчас посмотрим, что же тогда вырезал наш замечательный аппарат. Он буковки вырезал. Эти буковки будут потом наклеены на какой-то рафт. Так, уходите, мы на пол ставим, уходите из пола. Устали. О, пошло. И так вот аккуратно задвигай. Пяточный упор, это вот нужно для упора, когда ловец сидит, да, вот так вот. Правильно, отлично. Потом она надувается. Сейчас просто она еще в таком состоянии, да, сдутом уже, вот. И вот так все правильно. Вот такое сидение. Значит, смотрите, сейчас вот Сергей покажет, как завязывать леер. Это очень интересный процесс. Он идет. Вот. И потом мы его протягиваем. То есть, когда она окажется уже внутри вот этого самого шнура, назад уже никаким образом не вытащить. Только... Угу. Вот, и теперь потихонечку вот эту вот сторону, да, вот так вот придерживаем, да. Туда внутрь пусть заходит. Вот рукой держи, вот так, а ты увидишь, она у тебя будет уходить. Во-во-во, отлично. Молодец. Угу. Потом можно вот здесь прижать и вот так вот как бы пальцами ее как бы скрутить. Вот так придерживая. У тебя откроется здесь отверстие, а туда ты уже будешь потом тихонечку проводить это. Во-во-во, молодец, отлично. Все, ничего страшного, это ничего страшного. Так. Все, Андрюх, берем ребят к нам. Вот и как, да? Саша, это твоя технология. А вот. Я хотела на архитектора поступать. Так это тоже пригодится. Здесь лодки и ты надо делать. То же самое, тоже инженерные практически дела, да. Тогда вот, и в конструкторский отлично отдел. А какая зарплата? Хорошая. Хорошая. Но это надо обговорить с начальством. Я подумаю. Хорошо. Все, отлично. Молодец. Так, теперь можем надуть. Сейчас мы переключим на это. Потому что сложно все это сделать двумя руками. Два. Посмотрите, она склеена таким способом, который мы сегодня видели. Какие они красивые. Ой, спасибо, спасибо. А это? Благодарю. Это еще обычно. Короче. Подарки, да. Это вам всем. Ой, благодарю. Итак, сегодняшнее мероприятие прошло замечательно. Некоторые дети даже сумели собственными руками поработать. Было хорошо, было весело. Не только мы им подарки давали, но они нас тоже угостили печеньками. С вами был Андрей Санар с производства Time Trial. Всем пока!